В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха всегда многолюдно. Сюда приезжают не только ради занятий спортом, но и просто хорошо провести время, погулять на детской площадке, попить кофе в приятной компании. Но при этом кругом чистота и порядок, глаз радуется не только у посетителей, но и у лесничих. В ходе проведения рейда мы не нашли нарушений лесного законодательства, не нашли свалок мусора, не нашли куч каких-то стихийных свалок бытового мусора. Уборка территории в парке проходит в две смены. В хорошую погоду раз в два дня трассу очищает трактор. Ежедневно со спортивной ловкостью и сноровкой там работают уборщики. Особое внимание уделяется тем местам, где народу собирается больше всего. Например, детской и воркаут-площадкам. Но и посетителям стоит отдать должное, говорит представитель парка. Большинство поддерживают чистоту и порядок. В основном все сознательные, все носят в основном. Я бы так сказал, что 90% людей все-таки, есть те, которые оставляют мусор там, где они там посидели, допустим, там поели, все это бросают. За ними мы как раз и прибираемся в наши службы. Но Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха скорее исключение, чем правило. И лесничие убеждаются в этом ежедневно, обходя по 2-3 участка. Нарушители выявляют, составляют административные материалы. Самое главное, чтобы человек был застигнут во время совершения этого, и все. Остальное никакого труда и даже времени большого не составляет. Между тем, выброшенный в лесу мусор может обернуться для несознательного гражданина штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».